«Шишпан, душегрея, корсет» – новая книга, посвященная русскому народному костюму. Предмет ее внимательного изучения – женская нагрудная одежда. Авторы исследования – научные сотрудники Российского этнографического музея Елена Модлевская и Татьяна Зимина. В альбоме представлены предметы нагрудной одежды, начиная с 18 и до 20 века. Среди них балахоны, жилеты, кафтаны, корсеты, сарафаны, шубейки и чупруны. Они бытовали в крестьянской среде на территории Русского Севера, Северо-Запада, Центральной России, Южных и Юго-Западных областей Поволжья, Приуралья, а также Сибири. В книге «Шишпан, душегрея, корсет» рассказывается о материалах, которые использовались для шитья и отделки нагрудной одежды. Кроме того, в приложении приведены схемы кроя образцов из собрания Российского этнографического музея.